Усилить обороноспособность страны. На это направлены решения СНБО от 12 сентября. Они введены в действие во вторник после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Эти действия предусматривают пересмотр комплектования личным составом вооруженных сил Украины, добровольческих батальонов и других формирований. Теперь будут составляться краткосрочные контракты. В течение месяца министры должны представить оптимальную модель формирования национальной обороны, в частности, создание международных договоров, которые дадут Украине гарантии безопасности. Правительству необходимо доработать проект бюджета на будущий год. В нем на нужды обороны должны быть предусмотрены не менее 3% ВВП. Глава государства Петр Порошенко заявил, Украина должна быть готова к пессимистическому сценарию войны на Донбассе, а в школах нужно восстановить занятия по военной подготовке учеников. Еще раз подкреслю, залишаючись прихильником мирного плану, Украина будет дуже відповідально ставитися до чіткого дотримання мінських домовленостей. Але це не означає, що Україна не буде готова до рішучих дій внаслідок песимістичного, негативного сценарію. Мною, як Верховним Головнокомандувачем, дані відповідні доручення і начальнику Генерального штабу, і міністру оборони. Сьогодні сформовані декілька нових частини з'єднань, які дозволять вже зараз перекрити можливий наступ в напрямку Маріуполя-Бердянська, в напрямку Харкова і північніше Луганська, в напрямку Дніпропетровської області. Президент также отметил, будут усилены блокпосты в отношении занятых территорий, пересмотрят законодательные акты, регулирующие экономическую и налоговую деятельность. Я не виключаю, що наслідком сьогоднішнього рішення Ради нацбезпеки буде значне посилення контролю на блокпостах з обмеженням руху тих, хто може складати ризик і надсилання до нас розвідувально-диверсійних груп. Я не виключаю, що і економічний режим ми вимушені будемо зробити більш жорсткішим. За минувшую ночь боевики на Донбассе десятки раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, террористы продолжают наращивать группировки у населенных пунктов Первомайск, Стаханов, Донецк, Волноваха, Гранитная, Новоазовск. Бойовики не припиняють протиправну діяльність, спрямовану на дестабілізацію ситуації на сході України. Вночі неодноразово обстріляли наші позиції. Під мінометні обстріли потрапили блокпости, опорні та спостережні пункти, розташовані в районі населеного пункту Нікішина. Зі стрілецької зброї обстріляли український підрозділ в районі Чернухіна. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків подавлялись. Наші дії змушують терористів постійно маневрувати та змінювати свої позиції. Близько опівночі бойовики з ПТОРа обстріляли наш підрозділ в районі населеного пункту Березове, що у Донецькій області. Наслідком обстрілу стало поранення одного військовослужбовця. Його направлено до лікарні. Обстановка на Луганщині напружена. Діють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків, але обстрілів наших сил не зафіксовано. Так само розвиваються події в районі Маріуполя. В Донецькому аеропорту сили АТО продовжують тримати оборону. Стратегічний об'єкт перебуває під нашим контролем. Эстония ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Таким образом, Эстония стала 7-й из 28 стран-членов Содружества, ратифицировавших этот документ. В США прошли промежуточные выборы. Американцы выбирали полный состав Палаты представителей, треть Сената и 36 губернаторов. По итогам голосования большинство в Сенате могут получить политические оппоненты президента Соединенных Штатов республиканцы. Аналогично может измениться ситуация и в Палате представителей. Если это случится, то американский подход к украинско-российскому конфликту может измениться, считают эксперты. Предположим, что они, республиканцы, получат контроль в Сенате. Тогда есть большая вероятность принятия проукраинских законопроектов. По меньшей мере, один из таких я уже видел. Он имеет поддержку в обеих палатах. И этот документ предусматривает предоставление Украине помощи летальным и нелетальным оружием. Он также предоставляет финансовую помощь, которая требует новых санкций против России и так далее. Если он пройдет в обеих палатах, президент будет вынужден как-то реагировать, либо договориться с Конгрессом о его выполнении, или же должен будет применить вето. И я реально не думаю, что он прибегнет ко второму варианту. Поэтому да, приход республиканского большинства повлияет. Впрочем, не все уверены, что промежуточные выборы смогут оказать влияние на политику США.
В американской политике сейчас есть консенсус относительно ситуации в Украине и России. Россия чрезвычайно плохо воспринимается как среди демократов, так и среди республиканцев. И Обаму критикуют и правые, и левые в последние месяцы за то, что он недостаточно жесткий с Россией. В случае, если республиканцы получат контроль в Сенате в январе 2015-го, я не ожидаю много изменений в отношении России.